В Махачкале на базе спортивной школы «Олимп» прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых. Чемпионом этих соревнований стала команда «Олимп», обыгравшая в финале за первое место 4-1 футболистов сепараторного «Олимпа». Призовую тройку замкнул «Легион», который в матче за третью строчку в серии после матчевых пенальти оказались сильнее со счетом 4-3 команды от филиала «Академии Анжи». Всего в турнире состязались 14 команд с игроками 2009-2010 годов рождения. Победители и призеры соревнований удостоились медалей, грамот и кубков соответствующих степеней от организатора турнира Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы.